Помнишь, мы там и да, внимание. Спасибо. Спасибо. Что ты прикладываешься? Молодец. Умница. Молодец. Пожелай, чтобы... Удачи. Если не попрошу маму, мама, вернее, не согласится, она не просит меня. Давай с удовольствием. Мама маленькая. Миша, садись. Иди ко мне. Да, мама как раз по пояс. А то мама все бегает. Вот у Арсения есть фотография? Нет. Спасибо. Артем, есть 5 минут буквально? По поводу? Просто хотела показать вам. А, давайте. Как мы приходили в себя. Это вот. Вот. А вот, я не помню, не знаю, в прошлом году передали вам или нет, мы вам записывали поздравления из больницы прямо. Не передавали, честно. Желаю всего хорошего и здоровья. Я хочу, чтобы я ехал в гости и как научить его играть. Я хочу... Посмотреть, как ты забиваешь головы. Это трудно смотреть, молодых, я не всегда забиваю их. На молодых стоять и бить. Ну сегодня посмотришь. Как да, сегодня я постараюсь забить. Нашим-то тут там легче забить просто этим. Вот спасибо вам огромное. Да. Ребенок, спасибо большое. Благодаря вот спасибо тебе большое, дорогой, спасибо. Сборный, он просто набирал силы. Тут мы на лучевой терапии находились, мы это видео записывали. Просто вот, мы жили. Спасибо. Вы, Игорь Акинфеев, это для нас было все, мир. Аж мурашки по коже побежали. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Дети смотрели футбол. Спасибо. И наш. Здоровья вам самое главное. И, кстати, в реанимации уже вот этого научились делать. Пришли в себя и научились. Спасибо. Так, сегодня смотрите. Вам буду, спасибо. Буду стараться забивать голы. Давай, последний. Да, конечно. Еще. Это тебе, от команды. Спасибо большое. Это вымпел. Спасибо так большое. Так что болейте за нас, и все будет нормально. Мы за вас всегда болеем. Да. Так, а кому вот это, чтобы... Ой, а можно? Это решить? Спасибо. Everything we receive is in the inside okay, our room. Maybe some was with yeah, some bodies because. Раз, два, раз, два, черно. Ой, Тюба, да, пошли. Варя, гол. Раз, два. Сильный пас, сильный. Касание, шика, три по два. Раз, два. Раз. Сброс. Сильнее. Раз, два уже. Да. Артем, отскоки небольшие. Бам, да, все в касании. Не ошибаться. И в касании. Помечу, шуй. Раз. Два. Хорош. Хорош. Только дальний. Зачем? Ближе. Накрыть, пошинговать. Два касания, либо одно. Старайтесь их давать. Пошли. Да, два нейтральных, белые внутри. Иди. Остаешься там, Мир, остаешься.
Вот и все! Обязательно обедать, выспаться, баня, сауна, поплавать, массаж. Как эта игра называется? Я мало играю. Тоже мало играю. Вот видно, по тебе из белых в тени. Работаю на более А Даня прям вас так это говорит, мы же встречались, говорит, в 17-м году. Да. Интересно, говорит, меня помнит. Я говорю, Даня, ну не знаю, кто тебя помнит. Счастливо, удачи, спасибо большое. Я тоже. Обед вам, всех благ. Спасибо большое. Пойдем Антоху. Здравствуйте. Еще один спикер, Антон Шунин. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Да. Сегодня финал Лиги Чемпионов. Как будет сборная смотреть? Как вы будете смотреть? За кого болеть? Может быть, какой-то пари заключили? Нет, пари не заключали. Я думаю, что игра будет поздно, поэтому все будут смотреть в номерах. Ну, если получится, может быть, где-то соберемся. Спасибо. 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 Ну и что вам понравилось? Интенсивность. Квадраты хорошие. Все в мыле, ребят. Костя, ничего, что я это, без носков? Не страшно это. Да, я тоже. Что? Забьешь ты Сан-Марино, на табло будет видео, где ты там. А, ну что тогда, что вы думаете? Не, можно, конечно. Можно спрашивать. Да не, давайте не будем занять. Я могу, без проблем. Что, вы сюда запрыгнуть? Так. Делаю. Давай попробуем. Давай попробуем. Давай я сделаю так и так, да, конечно. Делаем? Пробуем, да. И одной рукой просто подбрасываешь мяч, только лучше, наверное, в другую сторону. Не знаю, когда гол забил, так показывал. А, ну так, когда я показываю. И? Не давай с улыбкой, только смотри. Я говорю, начали, ждешь 2-3 секунды и показывай. Как получается, так начали, я так показываю. А почему нет? Почему нет? Я могу подсказать, но у меня есть несколько картинок, которые вот я подобрал, можно как-то использовать их как за основу. Все, готово, да? А взглянуть можно? Да. Минимум заявку и пенальти. Да, да нет, это точно надо. Нет, это надо обязательно. На любые голы будем ставить. Могу еще на портрет на вас. А? Давайте. Профессиональным с тобой. Да. Спасибо. Все? Я раньше тоже. Спасибо. Не мог, последняя мышь. Сейчас полегче. Озвучка. Нормально сейчас было? Идеально. Чего у нас не было? Не, я типа звук, а он... Звук, как-то надо. Давай рот открой, я... Все? Туда сейчас? Или еще? Ну как, можно? Миша, это надолго. Привет. Сначала несколько стандартных поз, потом сюжеты. Руки за спиной, ладони на пояснице.